Здравствуйте, с вами Алина, и это передача «Как они это сделали». Сегодня в наших гостях успешный продюсер, музыкант, диджей Хельмут Гиев. Здравствуйте, Хельмут. Я очень надеюсь, что сегодня вы поделитесь с нами секретами своего ошеломляющего успеха. Хельмут Гиев на сегодняшний день один из самых знаменитых диджеев в стиле электроклэш. Основатель лейбла International Jigla Records. Он сотрудничал с такими артистами, как Puff Diddy, Brian Ferry и многими другими. Кроме музыки, именуемый диджей Хелл также занимается дизайном одежды, сотрудничество со знаменитой маркой Агент Провоката, создание собственной линии нижнего белья и футболок. Ежегодно принимает участие в немецкой неделе моды и в прошлом году создал линию одежды с Майклом Макласки. Хельмут Гиев, по версии журнала Мэри Клэр, Германия, признан одним из самых эпатажных персон. Нам интересно все. Нам интересно, прежде всего, с чего действительно вы начали свою карьеру. Как это произошло? Где был переломный момент? I was not a teacher from the beginning when I was like 18. I was very interested in music. И я не был диджеем изначально. Мне было около 18 лет. Я очень интересовался музыкой, я любил музыку. И логично было то, что я хотел каким-либо образом попасть в мир музыки. Но я даже не представлял, как это возможно. Я не умел играть ни на одном инструменте, я плохо читаю по нотам. Я никогда не учился играть музыку, не учился этому профессионально. Но я покупал много музыки. И я понимал, что я не могу найти работу диджея на тот момент. И я был в том возрасте, когда просто не знал, что мне делать. Вот это как раз нам интересно. Вы не знали, что делать. И что же, ну, как вы потом решились на то, чтобы все это реализовать? Как вы поняли, что именно делать потом? The truth is, I had no idea. Если честно, я просто не знал, что делать. У меня не было никаких идей. В тот момент у меня просто не было денег даже для ежедневных расходов. И когда у тебя в кармане нету денег, ты задаешься достаточно серьезным вопросом. Тебе купить еды или потратить деньги на то, чтобы купить музыкальные записи. И я покупал музыку, шел вместе с ней к друзьям, которые иногда кормили меня. И это было начало, когда ты понимаешь, что ты можешь стать кем угодно в этом мире музыки. Продюсером, диджеем, музыкантом. И у меня было очень много амбиций, планов на будущее, идей. Но на тот момент у меня не все, что я видел перед собой, получалось так, как я бы этого хотел. Тогда я начал пробовать делать свои собственные вечеринки, играть в группе, играть в клубах как диджей. Но работа диджея была на тот момент, так можно сказать, не настоящей работой. Я работал за бесплатные коктейли. Мне повезло, я любил колу, поэтому я пил очень много бесплатной колы, играя музыку. Это история всей моей жизни. Я не могу отделить это одной неделей. Это вся моя жизнь. У нас с друзьями сформировалась такая небольшая команда. 5 друзей где-то. И мы просто играли нашу любимую музыку. И всем, кто был тогда в клубе, действительно понравилось то, что мы играли. Это была на тот момент самая новая волна в клубной музыке. Это были поздние 70-е, 78-й, 79-й год где-то. Все больше и больше людей приходило в клуб, и владелец заведения был очень этому рад. И тогда мы начали играть в этом клубе в будние дни и по выходным. И именно тогда я решил, что это может стать моим будущим. И к нам начали поступать предложения из других клубов, потому что знали, что наша музыка, которую мы играем, привлекает публику. И тогда я просто жил, двигался дальше, но я не задумывался тогда о будущем. Что делать дальше? Но такая основная цель в жизни появилась у меня где-то в 90-м, 95-м году. Мне рассказать всю свою биографию? Нет, очень интересно, меня интересует такой вопрос. Бывали ли моменты отчаяния, когда вы действительно, вы создали группу, команду, но вы понимали, что
какие-то могут быть проблемы, вы были не уверены в своих силах. И проблема? Что вы делали? Yeah, most of the time. Seriously, so... В большинстве случаев я не был расстроен, потому что мы были вместе с музыкой. Да, это было хорошее время, правда? И я действительно жил своего рода музыкальной жизнью. Жизнью, наполненной музыкой. Но также я не был один. Со мной были мои друзья. Я вспоминаю об этих моментах, как о счастливых моментах своей жизни. Мне не нужно было с утра вставать, идти на работу. Мне не надо было придерживаться правил и всего тому подобного. И даже если у меня не было денег, еды, мы все равно были бы вместе. И с нами была наша музыка. Но спустя все эти годы, без денег, без еды, машин, вы знаете, я решил изменить это. И поставить все на более профессиональную основу, сделать это бизнесом. Тогда я начал свою собственную рекординговую компанию, которая занималась записью CD для диджеев, продюсировала меня как отдельного артиста. Мы начали путешествовать по всему миру с нашими сетами. Это уже была середина 90-х. И это уже было International Gigolo Records. International DJ Gigolo Records? Что ваши родственники, родня, братья, сестры, родители говорили вам, что нет, мы хотим, чтобы вы стали менеджером или там каким-то, не знаю, бизнесменом, пианистом, и вы их не слушали, и все равно делали свои дела. Было такое? I was never together with a manager because I was managing my own life. Лично у меня никогда не было менеджера, потому что своей жизнью я руковожу самостоятельно. У меня никогда не было нужды, чтобы кто-то решал, что и когда мне делать. Может быть, это связано с тем, что я вырос своего рода в панковском окружении, где не было никаких правил, ограничений. Каждый делал, что хотел. Я был свободен в своем выборе. И так я живу до сих пор. Но мне нравится сама идея. Когда-то я одел костюм такой, как носят деловые люди. Я одел его по определенному случаю. Я взял маленький чемоданчик и пошел в офис. И мне понравилось то, как я выглядел. Но окружающие восприняли это как своего рода провокацию. Я в тот момент был одет как бизнесмен, но я все-таки оставался диджеем в душе. Я был диджеем, и мне действительно больше нравился имидж диджея. Но тогда я уже был владельцем компании, и знаете, я начал одеваться в более деловом стиле. Но это был мой собственный бизнес. Я из тех людей, которые не уважают и не придерживаются каких-либо правил. Я сам себе их создаю. Я начал создавать свои собственные правила, свою собственную систему работы. И она стала успешной за очень короткий промежуток времени. И это была большая платформа для электроклэш-музыки. И она стала очень-очень популярной. Многие музыканты возили наши записи с собой. И так мы стали популярны во всем мире. Можете описать тот день, когда вы проснулись и поняли, что вы добились успеха? Это не было так, чтобы ты проснулся среди ночи и понял, что ты популярен. Это был долгий процесс, который занял годы. Я учился очень быстро принимать решения, иногда просто за секунду. Даже если эти решения были неправильными, но это заняло у меня годы, потому что на самом деле я очень ленивый. Конечно, меня всегда преследовала мысль, что я могу сделать гораздо больше, но в то же самое время я всегда работал над большим количеством проектов одновременно. Даже сейчас я еду открывать студию, после вашего интервью у меня еще одно интервью. И мы уже запускаем несколько проектов в Киеве, ведем переговоры с несколькими ночными клубами. Может быть, откроем представительство здесь. Может быть, будем развивать фэшн-направление здесь. Вчера, например, я был в клубе и встретил одного парня. Он был в моей футболке, и я был удивлен. Я спросил, где ты взял эту футболку? Он сказал, я путешествовал, увидел ее в Гамбурге, купил. И я был по-настоящему счастлив увидеть, что мою одежду носят здесь, в Киеве. Но несмотря на это, осознание того, что я хочу быть еще и бизнесменом, пришло ко мне через много лет. До этого я не думал об этом и не любил это, потому что у меня
ассоциировалось это исключительно с навязанными правилами и ежедневной рутиной. Я хотел все делать по-своему, и тогда я разработал собственную систему ведения бизнеса. Именно поэтому мне это стало нравиться. С каким воспоминанием вы вспоминаете о том, как вы достигали своего успеха? I had my own ideas and my own visions, and I was like. У меня были свои собственные амбиции, свое собственное видение мира. Для сравнения, это как две футбольные команды. Одна из которых, даже проиграв, все равно продолжает играть дальше, пока не победит. Вот так и я постоянно пытаюсь снова и снова. Я не смиряюсь с тем, что я задумал, не получается. Я не смиряюсь с поражением. И я буду продолжать пробовать до того момента, пока это не воплотится в жизнь. Даже если взять цель как дом, в котором закрыты двери. Даже если есть маленькое окно, которое открыто, и я выйду в это окно. Люди всегда говорили мне, что это невозможно. Но я искал пути осуществления задуманного. Я всегда буду маленьким мальчиком, который играется во дворе. Даже если входная дверь закрыта, я все равно буду искать окно, через которое можно забраться в дом. Да, я всегда буду искать эту маленькую дверь. Даже если ее там нет, я ее сделаю. Я вспоминаю время, когда я мог подписать любой контракт практически с любым артистом в мире. Правда, все хотели работать с Gigolo Records. Это было фантастически. Все хотели работать с нашей рекординговой компанией. И со мной лично. И я вспоминаю эти безумные времена. Безумные времена. Моя музыка звучала на всех модных показах. В Париже, Милане, по всему миру. Вы знаете, в то время было ощущение, что нет границ. Я могу делать абсолютно все. Были ли какие-то неприятные моменты в такой резкой, молниеносной славе? Да, иногда. В основном от менеджеров артистов или крупных звукозаписывающих компаний, которые хотели сотрудничать с нами или преследовали нас даже в турах. Например, однажды мы возвращались в гостиницу, и они уже поджидали нас там. Мы приезжаем в Португалию, а они уже там, ждут нас, чтобы пообщаться. Иногда такое ожидание затягивается на часы. Но для меня это было скорее забавно, потому что я не воспринимал всерьез работу на огромную структуру. И я все делал самостоятельно. Но то, что действительно отставляет головную боль, это общение с юристами. Потому что есть очень много правил, законов, и ты не можешь охватить весь мир. Поэтому в какой-то момент юрист становится твоим другом. Но их услуги очень дорогие. Иногда за подписание документов приходится отдать кругленькую сумму. Ну, у нас сегодня такая серьезная беседа, и я хочу как-то, чтобы нам было немножко повеселее. Недавно я общалась с одним психологом, и она мне рассказала, что человек, который хочет достичь успеха, он должен, если, например, он пьет даже воду, постучаться стаканами и сказать «на удачу». Так вот, я хочу, чтобы мы сейчас с вами попробовали это сделать. А вы? Серьезно? Ну, давай. Хорошо. Сейчас вы привлечете очень много молодых, успешных людей, которые тоже хотят добиться успеха, как вы. Даете ли вы им какие-то наставления? Пробовать? Да, я продюсирую неизвестных и малоизвестных артистов. Я постоянно нахожусь в поиске новых идей, талантов. Допустим, вчера в одном из ночных клубов один из диджеев играл очень хорошую музыку. Я поинтересовался, что ты играешь. Он ответил, что это его собственный трек. And he said, oh, it's my own production. So I have his email. And I will contact him because he never released anything. I even don't know his name. But I got. Или, допустим, один парень, я не помню его имени. Он прислал мне email. Это молодой парень, его фамилия Березкин или что-то такое. Я точно не помню. Он неизвестный диджей, но может я буду с ним работать, когда у него будет больше материала. Возможно, его мотивация со временем создания собственной компании.
Неважно, что я делаю. Я обучаю, продюсирую, играю музыку. Я понимаю, что ее слушает также и подрастающее поколение. Мне нравится работать с неизвестными именами, помогать им, находить путь, вкладывать в них деньги, наблюдать за тем, как они добиваются успеха. И это одна из очень вдохновляющих составляющих музыкального бизнеса. Иногда, когда я нахожу какого-то нового артиста, начинаю записывать его или издавать его музыку, никому в самом начале это не нравится, потому что на данный момент он играет не самую популярную музыку. Что бы я ни делал, я отношусь к этому серьезно, потому что это оказывает влияние на других людей. Люди смотрят на тебя, то, что ты делаешь, и поэтому мне действительно нравится работать с очень молодыми и неизвестными артистами. Быть наставником, и когда они достигают успеха, это определенно и мой успех также. Поэтому я инвестирую в них, и это один из самых интересных моментов в музыкальном бизнесе, когда ты открываешь новые имена. Я вспоминаю начало нашей работы с Mosquitolan and the Harten. Когда я ее открыл и начал издавать, на тот момент это была не самая популярная музыка. Публика думала, что Фрэнк Синатра мертв. Остальных это не смешило, но когда она стала популярна, что заняло некоторое время. Вот и ваш Березкин. Будет будущее знаменитый певец. Да, это так, потому что я вижу, что он чувствует музыку, и то, как он играет, и в целом он привлекательный парень. Возможно, когда-то он станет диджеем номер один в Украине. Обратите внимание. I have to find out. Ну, что ж, вы прямо излучаете успех. Если вы не против, то я хотела бы сесть рядом с вами и задать вам следующий вопрос. Да, хорошо. But because you, with you, I feel very successful too, you know? I really? Yes. Да, пожалуйста. By the way, this is your disc, right? Да, это мой новый дизайн. Над графикой и дизайном я работал с лучшими профессионалами в этой сфере. На это ушел один год. Хельмут, скажи, пожалуйста, последний вопрос сейчас. Ты можешь представь, что сейчас на нас смотрит какой-то человек, который боится сделать что-то, он хочет достичь успеха, но он боится, нервничает или не верит в себя. Можешь ему дать какой-то совет? Yeah, don't be afraid. Ну не бойтесь, я знаю, это короткое пожелание, но пробуйте. Даже у меня были ситуации, когда я очень боялся. Например, я вспоминаю, у меня была одна ситуация, я должен был играть часовой сет на Love Parade в Берлине. Вы знаете, там было 5-10 тысяч человек, и сложно было сосчитать. И в конце я планировал поставить новую песню, спродюсированную лично мной. И я очень боялся этого, потому что это была новая песня, которую никто никогда не слышал. Меня пугало, как ее воспримет публика. И все это время, когда я играл сет, я сомневался, ставит ли мне новую песню или нет. И вот последний момент, когда уже доигрывает последний трек, я понимаю, что я должен поставить эту песню на свой страх и риск. Я мысленно говорю себе, да пошло, но и ставлю новый трек. И публика воспринимает это отлично. Она действительно полюбила этот трек, и она стала одной из самых успешных моих песен. На этом фестивале присутствовало очень много людей, которые имеют отношение к музыкальному бизнесу. И даже можно сказать, что именно это и послужило огромным толчком к моей успешной карьере. Да, конечно, я сомневался. Может, это не тот момент, когда стоило поставить мою музыку, мою песню. Может быть, поставить в следующий раз. Но это оказался именно тот момент, самый подходящий момент. Все полюбили это. Потому что эта песня была моим собственным пониманием электромузыки. И моя карьера пошла вверх. Но я был очень близок не поставить эту песню, потому что я был напуган. Я очень надеюсь, что советы Хельмута сегодня кому-то помогут. И сейчас вы можете посмотреть видео You Can Dance с Хельмутом Гейером и Брайан Ферри. Featuring Brian Ferry, don't forget him. Да, это точно. Ну и, конечно же, напоследок я хочу сказать, что если вы верите в себя, просто что-то делайте, и у вас обязательно все получится. Все? That's it. Это все? Да, я уверен. Thank you.
Music.